Против руководителя одной из крупнейших строительных компаний Югры возбуждено уголовное дело. На скамье подсудимых может оказаться директор Сургутстройтреста и пока еще депутат городской думы Евгений Барсов. Эту информацию нам подтвердили в окружном управлении Следственного комитета. В отношении Барсова заведено дело по статье 145.1 «Невыплата заработной платы». Более 20 сотрудников предприятия не получали оплату за свой труд и обратились с заявлениями к правоохранителям. Ранее Евгений Барсов утверждал, что намерен покинуть пост депутата и написал соответствующее заявление. Его еще не рассматривали. По версии следствия, перед 21 работником предприятия образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 2 600 000 рублей. В ходе следствия задолженность погашена в полном объеме. По уголовному делу сейчас проводится бухгалтерская экспертиза, а также комплекс других следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.